Я попросил его, чтобы он... Чтобы он разгладил. Потому что это наша дорога здесь. Мы за ней смотрим. Дальше он идет, и я оборачиваюсь, показываю. Вот он назад уходит, ковшом разрезает, туда дальше это ножом разрезает. Толкнул в сторону, а потом это все разгрузится, уберется. Бульдозер прибыл как раз к шлюзу. Хороший бульдозерист Алексей Лаврентьевич, 66 лет. Вот сейчас он будет то задавливать, что мы... И он сразу определил, ой-ой-ой, ребята, какой у вас труд. Я говорю, так это малая часть. Мария Христенко была вот работник настоящий. Она говорит, мужика у меня нет, но я за двух мужиков работаю. Вообще прекрасно. И вот мы пришли сюда. Вот вода тут, шлюза так называем. О, вода, камень.
Этот не надо. Вот так вот туда. Вот. Во. Пошел, родная. Ну, теперь он покажет, на что годен. Сколько-то нам ведер надо было таскать. Да, дорого, да. За подвозку только 25 тысяч, что привезли его сюда. За каждый час 1700. Полагаю, что так делать, так надо.
Все, не надо. Давай. Отработал шлюз, там все подправил, зашел, вот машина едет. По нашим дорогам объезд был тут несколько километров, а сейчас машина свободно ходит. Володя проехал, бабу Серафиму повез в гости или в больницу. Вот оно где упало, Маша, этот прицеп провалился. Потому что не утоптанное, а утаптывать нельзя, опасно. И заднее колесо не сдвоено, а одно. 10 тонн там, наверное, пшеницы. И оно отвалило, и дальше, ну, все-то сняли, показали. Вот такие сваи, вот надо его вырубить в лесу. Береза, клен, ветла. У нас сосны нету здесь. Теперь привести более-менее прямую. Ошкурить, шкуру снять, кору. А после этого заострить, спиливает угольником. Четырехугольный получается острый. А потом осмолить отработкой машины. А потом забить. Ну, на 2,5 высоты воткнули. Щурку подставляют, щурки. Кувалда 11,8 килограмма. И примерно 20 раз надо ударить, чтобы она зашла. Вот, уперлась. Теперь вот смотрим, как, что. Вот такое дело. Не день, не два, а свай 1200. 200. Даже вот 200 взять, 20 ударить, и получается 4000. На 24 тысячи раз ударить кувалдой этой. Ну вот и все. А то деревня. Тут работа идет. Вот она отсюда начинается. Вот трасса эта. Ну, видно, что скошенная. Надо отсюда поднимать ее выше. Так вот. Вперед землю. А до этого тут глубокие рвы. Когда бульдозеры когда делают, я впускаю сюда сейчас. Это первый, вот он. На уровне. Горбы эти стясывают, они еще даже не портят. Вот тоже проголызина какая огромная. Землю туда. Вот дальше, дальше, там все везде брали. И на той стороне, сколько глаз хватает, землю эту брали на эту дамбу когда-то. Ну, сейчас вот жду топор, ножовку, лопату.
сено тут есть, и толкушку подготавливать ему. О, это, не знаю, как назвать, татарник, даже, о котором Хаджи Мурат достался пишет. Он делает опыты. 66 лет бульдозерист. Вот уже ветки. Пошел Володя рубить. Сергей. Владимир Голенгухин. Это мы на втором мостике. Вот у нас помощник сено подтаскивает. Сучочки подает. Ну а как? Вот он где есть. Снимаем. Второй мостик. Вот это прямой, который от рожек идет. Центральный. Вот на него когда-то бы нам попасть. Ну там кусты, непосильно будет. А это вот от рожек, на котором мы работали, подводные работы вели. А вон там берег, где упирается, это там на шлюз пошло. Вот так. Сейчас он пройдет сюда, и мы возьмем его. Продолжаем, где машина, тогда это прицеп опрокинулся. Забили сваи. И сейчас уже пазуху эту забиваем. Жердей нарубили. Мелкие ветки. Сверху сеном. Ну, теперь дальше задалбливает. Никто и не будет знать, где тут. Так много сильно, много несешь. Поменьше сделай. У нас еще впереди вон какая работа. Так, клади туда, везде. Стеночкой так. И сразу вот сюда перейдите. Пока там не пошла вниз. Вот этот от рожек, в котором работали подводные. Сегодня не до этого. Поехали, вот они сеть взяли проверить. Но бульдозер пришел, тут сейчас не до этого. Ждем его. Так много очень. Подожди. Володя, иди вот это место проложи мелкую. Снеси ему мелкую. И терку стеночкой положи. Стенкой выложи эту солому. Подготовь к тому, чтобы спихнуть туда. Сено сейчас здесь вот, все пустое. Сено скорее прокладывайте. Подожди. Ну-ну-ну-ну. Сено подложи. Сейчас я тебя туда сброшу. И там, где вот у Сергея под ногами, там сено подложи тоже. Так, мелкие ветки и сено на уровне этой свай. Ты сено скорее, ну сено подтащи сюда. Сено сюда. А то он сейчас даванет и туда все уйдет. Быстрее бери, ты как-то пригоршень берешь-то. Бегом. Все, Володя, хватит, тащи. Вот отсюда начиная.
Мы потом до тех пор донести надо. И вперед потом, вон туда надо будет довести. О, нету, нету, нету. Туда тоже продвинемся. Вот так вниз туда еще. Во-во-во-во. И стенкой положи путь, подними маленько. Крутит стенкой, подними. Подожди. Крутит стенкой, подними. А потом на них положи. Так, сейчас подождите, уйдите оттуда, куда же все. Вон где стоишь ветки. И сразу клади туда ветка, чтобы они стенкой стояли, никак попало. И сено вон сзади бери. Сено стенкой, а ты сразу забрасывай землей. Чтобы из земли образовалась валик в конце. Сейчас ты это сено бери, то не трожь. Сено бери, приложи, а он забросает. Так просто же, сколько раз это делали. А вот здесь вот сена нету. Ну-ка, возьми сено. Вот сюда, положи его. О. Так, положи к стеночке подальше. Дальше маленько проложи, вон там, где на уровне. Поближе сюда, маленько, подвижи, поближе, вот так. Ну. Еще подложи пониже. Здесь же. Пониже. Вот так. Там, где прутья, все время смотрите, сено. Если сена нет, то вы все равно, что в воду кидаете. Она пыль, ей надо дать лежать все. Так, что здесь? Еще вот, блин? Это положите ветки и сено. Сено прямо этим. Сначала валик. Ветки, потом сено, потом земля. Ветки, сено, земля.
Вот видишь, валика нету здесь еще, все туда проваливается. Прутики ложи. О! Уходи. Видишь, оно сказал, уходи. Так, теперь сено туда дальше. И там точно так же. Вон сколько земли привез он, и все мы убрали. Выше уже не надо, будем отступать помаленьку. Так, вот сюда вот надо заложить. Вот до этого места мы должны ее укрепить. Веточки тонкие принеси, побольше. Дальше мы не будем, но вот здесь надо подложить веточки. Вот сюда, вот заложи и травой, и сразу туда спихнем. Укладываем. А там угол у тебя не закончен, там бровку надо сделать, чтобы он ее видел. Сережа подойдет, пока покидайте туда вот этот угол, вот этот туда скидать надо. Видишь, явно видно, что яма. Тут еще не сделано. Так, маленько подождите, сена нету ни грамма. Сено, вон, возьмите, подложите. Вот здесь вот, стеночки так, подправьте попутно эти. Это что? Непонятно.
делим прямо. Невозможно. Подожди, что-то делать надо. Давай-ка туда переместимся. А тут кто-то подойдет, когда ветерок чуть сменится. Им дышать нечем. Сюда сено, да? А? Сюда сено? Ну да, туда, вот отсюда брать надо. Тут веточки подложите. Маленько. И валик сделать. Какой-то поменьше кверху кидать. Вот так вот. Зря стену не глядите. Если она едет, тогда нам не вытащить его из-под него. Сейчас как только это все сделает, вот это вот, и мы следующий еще привезет, мы заставим его пройти дальше. Полностью сюда. Пока закладывайте. От этого уже валик. Сюда наклон будет. От воды от самой. Так, да? Ну да, маленько. Здесь поднимать почти на полметра придется. Вон там. Давайте сейчас это скорее закидаем, вот это валик-то, а потом с дороги все убрать вниз туда, и он пройдет туда, поднимет.
Он что-то говорил? Да, попробуй. Нормально. Сено принесите сюда, сено. И малые, маленьких веточек. Вот это место заделайте. Тонкие ветки принесите там. Тонкие. Володя, веточек принеси, веточек. Вот это место, вот эти фор, вот я покажу где, вот. Надо заложить. Тут будет бровка у нас хорошая. Вот она, сейчас ветки принесет. Обожди, вот с этого места. Видишь, я кидаю, а куда она валится? Это никуда. Там пока. Ей больше ничего не надо. Подожди-ка, а ты вон там большая тёлстая, кажется, есть одна. Заложи ее. Тут-то есть свои, нет? Нету, да? Нету. А? Ну, конечно, жалко. Положить можно ее на низ, а потом ее закрепить. Все, куда? Сюда, да? Да, вон туда. Вон. Чтобы туда не провалилось сено. Все, дальше уже не будем трогать. Сено у него возьми, я сейчас завалю. Сейчас поскорее надо набросать бровку-то, и он сейчас придет и все туда сдвинет. Так, смотри, закладывай. Много, Володя, сильно, нет? Уходи. Здесь вон там-то ничего нет. Вот этот край проложите ветками, постой. Ветками проложи и задавить его. Все. Верхнюю поправь. Там не за что держать, а только чтоб прижмете все соломой. Жми. Все, Сережа, а больше не надо. Все, там хорошо трамбуй. Палки эти уберите, и мы его попросим проехать вперед. Все разровнять. Вот видишь, вала не хватает. Да, да, все. Дырка. Сразу по-другому выглядит. Даже толочь, кажется, не надо. Она потом утолкнется. Все, забрасывай валиком. Больше ничего не надо. На этом работа тут закончена, и вы уходите. Ну, еще подбросьте там мелочи. Поднимите повыше вот эту вот. Чтобы везде у нас было выше свай, не считая отдельных. Закончил тут. Надо закончить. Ушел.
А маленько приберегите солому-то, чтобы была у нас. Время без 15 час. О-о-о! Вот тогда все, сейчас тебе надо выезжать как-то. Сейчас я предлагаю, знаете, машину отгони, а сейчас он разровняет и все. Может быть, поедете с нами покушать и обратно-то все равно на рыбалку ехать. И привезем вас. А он? И он с нами. Там поезд. А что, все равно обед туда. Обед там. А потом повезете сюда нас? Да. Нет, я думаю, надо привезти обед, наверное, все-таки. Туда нас, туда-сюда, ты привезешь, он только сразу раз обед. А это туда-сюда, это никуда. Это моя инициатива, я должен оплачивать ее. Нет. Давай иди. Сейчас, да. Убери машину, сейчас он ее сдвинет, все. И обратно проедешь. Машину скорее убирай. Это дальше его валик насытит.
давайте все езжайте. Нет. Нам нельзя ехать. Мы остановимся, когда он привезет обед. Володя, тебе-то еще поезжать надо, да? А кто нам обед-то привезет? Сергей. Иди ты, а ты-то, нам-то обед-то, мне. Да. Мы сейчас на обратном пути привезем вам. Давайте, езжайте. Я остаюсь. Давай лопату его. Вот. Так, подожди, вы уходите? Одну-то лопату бы оставили здесь. Где еще сделать и не... Проедь? Да. Какой план, значит, смотрите. План такой, сейчас едете домой. Обедаете. Берете обед сюда, привозите, весь план кончился. Ничего больше не надо. Вы сами берите себе поесть. А что, там не обедать, значит, здесь будем обедать? Здесь обедать, потому что если сейчас так, я его остановлю, туда вожу, это все мне в счет. Нет, нам-то легче там пообедать, а то же надо лишние кастрюли возить. Ну давайте, давайте, езжайте, нам привезите, я скажу, что 2 часа. Это его. Это я сейчас туда еду, беру обед, привожу сюда, потом... Меня его их уходите, все. Потом обратно зовут. Зачем обратно-то? Почему? На рыбалку-то и поедем. Ну, вот она рыбалка. Сразу, мы пообедаем и сразу. И все, я тут с рыбалкой с вами буду. Только туда и обратно. Вы подождете, пока мы пообедаем, да? Ну как, куда? Что делать-то? Пустой карман. Богом, ждем. Рыбы нет сегодня.
поеду, то мы сейчас поедим, а опять придем. Поэтому немножко попозднее будет. Так, я отдаю. Значит так, я сейчас шагами измерю, сколько до этого. Подвините. А зачем? Как им мерить? Вот вторые, не вот этот куст, а он дальше второй куст. Я воткнул две этих. Вы можете сейчас даже посмотреть. Отсюда нужно с этим сравнять туда. Где? Откуда лучше? Возьмите, откуда ли отсюда? Грунт? Да. Как? С той стороны или отсюда? А отсюда, где длиннее это? Я сейчас шагами замерю и припускаю. Вот поймите, вот мне надо, я сначала прорезал. Да. Ну, траншею себе набил, ровки набил. А сейчас все по новой делать. Нет, это я скажу, с той стороны, когда рядом будете, вам уже там рядом. Вот так. Я говорю, траншею набить, вот эти дровки я набил. Ну да, давайте тогда, ну маленько подлиннее будет. Ну чуть длиннее, но дровки набиты, мне я больше возить буду. Не надо, слушайте, я вам очень верю, у вас глаз набитый. Вот с того места, где я показал, вторые кусты растут. И туда вывести параллельно, она на дороге там наклонена. Надо сейчас резать и резать и резать сюда, за котам. Да. Тут транспорт будет ходить или нет? Мы перекроем не будут, они уже не поедут. Нет, ну я не буду. Вон столбовая дорога. Они объезжают. Сейчас приехал брат мой, батюшка, и он туда проехали. Мы их вернули назад. Ремонт дороги идет. Пускай они на корабле плывут. В общем, это... Ну, хотите, померьте. Я померю на всякий случай, потому что отсюда вам удобнее отсюда. Но когда а мне вот просто я набил. Я время потерял. Но, смотрите, но если к концу туда пойдет, то там рядом будет совсем. Это большая разница. Все опоздает. Сейчас... А потом тут все планировать. Ничего, не надо ничего трогать. Вот как есть, так и пусть стоит. Оно всегда, когда бульдозером это делали, никогда вот он брал, а потом поехал. А зачем тогда мы делали отсюда? Нам сразу отсюда. Отсюда никак. Почему? Потому что у нас прорыв это. Я на прорыв хотел. Как я бы проехал оттуда. Нет, но наша половина. Мы сделали. Половина этой работы отсюда удобнее. В общем, вы генерал. Как скажете, так будет. Вот я говорю, мы с вами сошлись здесь, что отсюда вам удобнее. Вы набили бровку здесь. Но когда к концу подойдем, видите, вот сваи, мы так опрокинули здесь. Это мы сваи забивали. Вот ну, я... Сейчас-то что делать? На ту сторону сидеть? Нет, вот сюда гоните и гоните, сколько можно. То есть, а плотину-то поднимать надо или не надо? Надо, стой. Половина я показал, где он со второго куста. Вот первые кустики, а вон дальше. Но. Я поставлю там лопату, и там, вам будет... Там поднимать, тут не надо. Не надо, тут ни грамма. Тут не надо, мне хорошо сейчас таскать. Да, а туда вы будете кучу наваливать, а потом разгромить. Я могу даже вот отсюда сразу туда идти. Да. Тоже вас. Пожалуйста. Можно так? Так. Что, и транспорт пойдет, я не буду. Да. Вместе, вот тут что-то. Наши сейчас приедут, им надо пройти вот сюда, они пойдут. Ну, все. В общем. Все. Я сейчас шагами на всякий случай замерю. Ну, мерьте. Вот вы это и подъеда. А вам сколько лет? 81. У меня в подъезде четверти живет. 92 года. Бог и суета. Я не суета, я план. Нет, а грамотно все. Если я планирую, у меня... Вы с вечера что-то вот засыпаете, что-то плануете. У меня все вычерчено, нарисовано. Я когда меня арестовали, в КГБ говорили, вам бы, Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович, только в КГБ работать будет. Зачем? Зачем вас арестовали? У меня вел полковник Никулин, и он говорит, а уже был на пенсии. Потом встретился, говорит, Игнатий Тихонович. Это какой год? 86 меня последний раз. И он говорит, дураков хватает у вас у меня. Я пришел, я говорю, кого вы арестовываете? Человек такую пользу приносит. У меня подпольные были христиане, сделали православные. Как пишут, тысячи детей пришли, сектантов, еретиков. Вам надо звезду героя за этого. Тут говорят, что патриархам надо только... А люди-то в интернете это понимают, все, видят. Этого нигде больше в мире, говорит, нету, что мы сделали. Это говорят, что интернет плохо. Наоборот, для умного человека хорошо. У меня хорошо. Потому что быстро. Ни библиотеку не искать, ничего. Вот у меня это YouTube-канал. Мы
посещали нас 38 миллионов человек. Какого у вас, а какой процент идет? Никакой, я не... Как это? Я, ну, я нигде не получаю. Ну, это зря. Я ни копейки, 45 лет начали детского лагеря. Ну, на общину хоть. За свой счет, нет. У меня вот, я вкладываю в землю, заливаю в землю. Здесь все работают. Нет, ну а детей сколько у вас?